Добро пожаловать, ребятки! Сегодня у нас будет очень интересная и жесткая игра под названием «Ударь соседа». Но только уже сегодня необычно у нас сосед будет, а зомби-сосед. Ты посмотри на эту главную менюшку, смотри тут какой страшный зомби-сосед. У него вместо руки какая-то тентакля, то есть щупальца. И он реально жестко выглядит. Погнали, посмотрим. Прикольная загрузочка. Это такой глаз. Футбольный мяч и в виде глаза. Прикольно. Окей, тут у нас какая-то касценка. В принципе, давай посмотрим. Так, значит, парочка. Муж и жена. Кто что? Кто курит, а кто пьет коктейль? Так, что-то происходит. Сирена! О! Охренеть! Охренеть, сосед озверел! Так, собака уже хочет защищать всех. Окей. Охренеть, какая у него тентакля. Охренеть, какая у него тентакля жесткая. Так, окей, нам нужно что-то предпринять. Воу, сосед недовольный. В прошлой серии соседа было даже немного жалко. Ну а в этой серии уже соседа будет не жалко. Тут сосед уже озверел нахрен. Погнали, короче. Так, окей. Мячик. Так, мяч. А, мы можем комбинировать предметы, окей. Мяч, значит, бита. Окей. Так, отлично. Тут, оказывается, можно комбинировать между собой предметы. Прикольно. Так, хорошо. Нам нужно... Значит, попробовать. Так, отбить мяч. Да ты прикалываешься. Ладно, давай попробуем. Да. Окей. Бум! Соседу. Нахрен. Охренеть. Так, еще надо отбить, да ты что? Давай, опа. Подожди. Опа. Да, отлично. О! Все, соседу в бошку зафигарили. Все, мы спаслись. Сдохни, сосед. Вообще, сосед реально страшный в виде его зомбака. Просто не простой зомби, а знаешь... реально страшный такой, с щупальцами и с какими-то большими такими вообще страшными руками и телом. Окей, погнали дальше. Прикольно, прикольно все так отматывается назад, и значит, что мяч с битой мы испробовали. Попробуем давай футбольный мяч, в принципе. Тут у нас много предметов, которыми мы можем завалить соседа. Окей. Хорошо, нам надо забить мяч, да? О, да! Так, соседа повалили. Он, кстати, такой неуклюжий, знаешь? Зомби-сосед неуклюжий. Так, о, нам нужно опять попасть. Подожди. Давай, раз. О, твою мать, я не попал. Я не попал. Ой, а что будет? Ой, зомби-сосед нас нахрен сожрал. Охренеть. Да, тут сложно попадать. Погнали. Сейчас, вот так, смотри. Да, попали. Вот так. Ну все, сосед подох. Не, вряд ли ты чё, от футбольного мяча он не подохнет так просто. Охренеть. Знаешь, такой интересный способ. Тебя спросят. Так, а как ты убил зомби, да, с помощью футбольного мяча? Вот это жесть. Смотри, реально жестко он его убил. Окей, погнали дальше. Посмотрим, что у нас там. Значит, у нас какие еще способы есть? У нас есть разные тут способы. Так, подожди. Вижу какой-то меч. Или что это, непонятно. Окей, удочка. А, вот удочки, окей, я не знаю, что это. Ну, тоже похоже что-то на удочку. Окей, давай, в принципе, попробуем. Пока тут сосед не озверел нахрен. Так, окей, веревка. Какая-то веревка. Окей, давай, бери. Так. Он его сейчас как ковбой оседлает. Так. Сосед. О, ты к машине веревку? Офигеть.
Ну все, это точно это прям великолепный способ убить зомбаря. Давай. Газуй, газуй. Вау. Смотри, охренеть, как его потащило. Так, 2 минуты спустя. Вау, охренеть. Смотри, как он жестко врезался. Ну все, ты еще жив, сосед, охренеть. После такого замеса ты еще жив. Так. Окей, ну сейчас он его раздавит, чувствуется. Да, он жестко загазовал. Так. Ну все, сосед точно мертв. Вообще, кстати, мне соседа напоминает вот тот монстряка из Резидента 2, там вроде Биркин такой есть, и у него была точно такая же тентакля, только еще глаз был. Вообще очень прикольно. Окей, хорошо. Что у нас тут еще есть? Вот эта фигня какая-то. Давай попробуем. Значит, мечи, да? Мечи, хорошо. Для отбивания мечей как бы такая машинка. Окей, а, так, о, мы должны стрелять! Не смей подходить, не смей, мать твою, подходить! Нет! Он все-таки подошел и нас сожрал. Окей, так, нам дают еще подсказки в плане того, что ты можешь попробовать скомбинировать аж 3 предмета. Так, не знаю, ребятки, тут какой-то фиговый прицел. Давай попробуем, в принципе, еще раз. Так, блин, я не знаю, как тебе нужно фигарить? Подожди, подожди, ай, да блин, он все равно меня валит. Это уже моя, не знаю, 4-я попытка. Ну, короче, пофиг, давай, в принципе, попробуем другой способ убийства соседа. Так, у нас есть дерево. Так, мы можем что-то с чем-то скомбинировать. Так, окей, подожди, убери пока комбо. Ладно, давай клюшку для гольфа и вот эти мячики для гольфа тоже. Окей, так, у нас уже тут женщина будет, походу, справляться с зомбаком. Окей. Так, она берет клюшку для гольфа и... Что же, сейчас будет ему забивать нафиг хедшоты. Так, окей. Давай попробуем. Так. Ага. Блин, опять надо вот это... Я ненавижу вот эту штуку, но ладно, окей, давай попробуем и... Раз, да, окей, давай. Так, соседу между в жопу попали. Так. Так, тихонько, тихонько. Сейчас сосед злой. Сосед одичал маленько. Так, давай. И хренак ему. Вообще просто. Ах, и между ног ему запихнули. Ну все. Ну все, соседа увалили, короче. Оу! Ну это-то зачем? Ну ладно, окей. Чтобы сосед был точно мертв. Окей. Значит, я увидел там еще теннисную уличную ракетку. Подожди, она. Да, она ее можно скомбинировать, походу, с этим мечом. Или с чем ее можно скомбинировать, я не очень представляю пока что. Ладно, окей, пока ракетку уберем. Либо. А, подожди, может вот это сюда, вот с этим? С этим? С этим? С этим, с этим. Нет, не идет. Подожди, вот эта штука, походу, с деревом может, да? Да, с деревом, а это. О, смотри, у нас тройное комбо, офигеть! То есть ты сейчас возьмешь какой-то усилитель для растений, походу. Либо же какой-то порошок, непонятно. Ну окей, короче, давай смотреть, что же будет за способ убийства соседа зомби. Окей. Ну. Воу. Офигеть. Смотри. Смотри, какое дерево. Дерево злое. Так, и дерево. Или погоди. А, дерево защищает своих хозяев. Воу. Сосед злой, сосед недовольный нахрен. Так, интересно. Оу, твою ж мать. Окей. Ну придумывали, блин. Ну все, сосед точно мертв, потому что его бошку расплющили нафиг. И, в принципе, вот такой способ. Но он какой-то очень фантастический, так что поехали дальше. Посмотрим, что у нас там.
Подожди, я не понимаю, что реально нужно сделать. Вот это подойдет? Вот. Подожди, а вот к этому. О, да неужели? Еще что-то третье? Окей. А что третье ты хочешь? Не знаю, ребятки, я все проверил, тут больше ничего нет, даже вот тут все попроверял, короче, непонятно, что с чем комбинировать. Ну, окей, хорошо, погнали, посмотрим вот эту саблю. О, там баскетбольный мячик был, я увидел, окей. Окей, хорошо, нифига они его куда спрятали, разработчики. Вот там баскетбольный мяч. Так, окей, сосед ломится, значит. Псина нахрен. Так, псина тоже отвлекает. О, прикольно. Значит, фехтование. Ну все, давай, зомби-сосед, принимаем вызов. Ну все, охренеть. Так, зомби-сосед взбесился. Охренеть. А, твою мать, да что ты делаешь? Охренеть. Оу! Жестко. Да, зомби-сосед немного глупый, конечно. Он как-то не нападает, он тупо как зверь что-то рычит и ходит. Непонятно. Ну, вот такой способ убийства в виде фехтования. Окей, поехали дальше. Так, значит, у нас есть баскетбольный мячик тут. И мы можем его скомбинировать вот с этой штукой. Погнали, погнали, значит, вау, опять, так, опять сосед не смог войти, блин, сосед капец какой высокий, он стал таким большим, когда стал зомби. Так, ну что? Ну что, сосед, будем разбираться сейчас с тобой, короче. Давай сыграем в баскетбол, зомби, сосед. Так. Так, ну все. Ну, а, блин, опять нужно эту штуку. Ладно, давай попробуем сейчас. Раз. Два. Окей. Опа! Все, зомби-соседу захреначили. Так, и что дальше? Так, он теперь берет топор. Ну, все, ему бошку отрубили. И чё, ты его головой, что ли, начнешь играть? Капец, жесть. Окей. Все. Так, у нас тут еще есть в гараже вот такая штука. Погнали ее посмотрим. И я, кстати, еще какую-то там фигню увидел рядом с этим гаражом. Окей, сейчас все посмотрим и рассмотрим. Так, окей. О, это лук, офигеть. Ну, лук сейчас будет реально прикольно. Луком сейчас мы все сейчас прям его убьем, чувствуется. Так, окей. Так, опять нам надо придется попасть, да, походу? А, не. Тут все автоматически. Так, псина помогает. О. А, зомби-сосед взбесился. Все, ты ему проткнул уже черепушку. Все, вау. В смысле? Ага, значит, нужно что-то лук с чем-то скомбинировать. Лук не помог. Окей. Погнали, посмотрим, что у нас тут еще есть. Вот это, например. И чувствуется, может, к луку подойдет. Нет, не подойдет. Вот тут рядом. Вот какая-то фигня. Шар. И вот, походу, вот это... Поло... Так это же для пола, подожди. Это же для пола, подожди. Вот. Вот это и к этому, да? Так, окей, у нас есть бензин, мы его можем с чем-то скомбинировать, пока непонятно тоже, как его комбинировать. Так, 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 у нас тут еще есть удочки. Мы можем, походу, скомбинировать две удочки. Так, сейчас мужик что-то предпримет. Окей. Бом по роже соседу, все. Плавай, сосед, с тентаклей. А он нахрен не может, он нахрен не может. Смотри, пытается выбраться. Вау! Жесть, жесть, жесть! Так. И сейчас он еще привяжет соседа. На одну удочку, походу, да? Ну, я так думаю. Да. Офигеть, он...
Охренеть. Вот это жесткий способ убивания соседа. Так. И что ты будешь делать? Воу, там акула, что ли? Да ты чё? Все, соседа сожрали. Так, ну это точно был самый жесткий способ убийства соседа. Так что, ребятки, закончим мы на этом данную серию. Была у нас рубрика «Трэшовые и жесткие такие игры». Так что на этом все. Подписывайтесь на канал, листите видео, ставьте большие пальцы вверх. С вами был Кот, всем удачи и всем пока-пока.